Губернатор поставил задачу увеличение валового регионального продукта в два раза. Раз в два раза валовый региональный продукт, надо увеличивать инновационную составляющую этой промышленности. А это значит полная трансформация и научной деятельности университета, собственно, научной и образовательной деятельности университета. И так получилось, что все эти мысли сошлись в программе «Пройти 2030». В Белгороде мы смогли разработать такие материалы, которые в этом году полетели в космос. Любой ученый хочет, чтобы его материалы действительно внедрились, чтобы наука была не ради науки, да, а наука была для дальнейшего внедрения, для производства. Мы разрабатываем материалы для того, чтобы они смогли защищать космонавтов. Нами были изготовлены такие защитные контейнеры. Оба контейнера 17 февраля полетели в космос. Космонавты периодически замеряли уровень радиации. Они смотрели, насколько защитный контейнер мог поглотить радиацию. Следующим этапом идет именно внедрение их в обшивку каюты космонавтов. В настоящий момент космонавты могут летать в космосе около 3 лет, и значительно ухудшается их здоровье. А использование нашего материала позволит значительно увеличить срок пребывания космонавтов до 6 лет без ухудшения их здоровья. Данные материалы могут быть перспективны для лунной программы, для марсианской программы. Путь до внедрения достаточно большой. До индустриального партнера этот путь занимать может несколько лет. Все исследования у нас происходят по двум направлениям. Это создание вакуумных покрытий, тонких, защитных, и создание детонационных покрытий. Порошок вылетает из ствола пушки со скоростью от 4 до 5 скоростей звука. И в результате торможения поверхность с такой большой скоростью, даже самый достаточно жаропрочный материал, они расплавляются и превращаются в достаточно твердую поверхность. Поскольку это порошки исходные, то можно комбинировать различными порошками и получать различные металлокерамические матрицы. В итоге вы получаете и жаропрочность, и абразивную стойкость, и износостойкость, и твердость. Такое направление сейчас очень сильно востребовано в том плане, что в стране идет импортозамещение различного оборудования. И различные предприятия, машиностроительные в основном, обращаются к нам с различными проблемами в области износа и продления долговечности оборудования. И мы предлагаем им различные варианты решения проблемы. Мы здесь разрабатываем, потом мы внедряем это на производстве. У меня нет смысла заниматься наукой, если нет практического выхода. Раньше, в свое время, в основном стоматологические материалы основывались на цементах различных. В основном белые цементы брали, туда добавляли что-то и так далее. Сейчас все это на полимерной основе. И вот один из таких материалов, который нужен был в Адмиле, это у нас стеклопорошок, который выпускался и закупался за границей. В России никто не смог его сделать. Решалась двояко задача – варка стекла и получение на основе его порошка, который потом использовался как наполнитель для стоматологических материалов. А что такое монокристалл сапфира? Это большой, огромный сапфир. Весом они выращивают до 120 кг. Одно из глобальных применений в современном мире – это использовать его в качестве подложек для производства различных микросхем, в том числе и компьютерных микропроцессоров, и светодиоды. То в России нету таких чистых сырьевых материалов, которые необходимы для производства данного вида продукции. Поэтому стал вопрос о производстве данного вида сырья здесь. В результате сейчас у нас разработана тоже технология производства гранулирования особо чистых из оксида алюминиевого гранул, которые как раз сейчас на днях должны пройти апробацию уже в условиях заводских на монокристалле. Из него должны вырастить первый монокристалл. Вот, наш, отечественный, так сказать. Благодаря вот этому приоритету 2030, который как бы нас сподвиг именно не просто наукой заниматься, а искать реального индустриального партнера и решать его проблемы. Индустриального партнера, по большому счету, наша наука не интересует. Да? Им нужен результат. Энергетика – это как раз та область, где результат не спрячешь. То есть он либо есть, либо нет. Те методы, которые мы сейчас применили для создания вот такого цифрового оператора, они вот повышают комфортность при экономии ресурсов. Вот все основные контуры
Это тепло, электричество, канализационные вопросы, вопросы управления освещением. Они все сводятся в одну единую информационную систему. Когда мы поняли, где бьется пульс энергетической эффективности, то мы замахнулись уже на обобщение вот этой вот информации. А мы работаем здесь с нашим индустриальным партнером, это Центр энергосбережения Белгородской области. Он на круг получает больше 200 миллионов экономии бюджетных средств от эксплуатации современных вот таких вот систем. Удается вот так вот очень удачно соединить потребности индустриального партнера как представителя областных интересов и потребности вуза как представителя науки, который вообще-то как бы должен, основная его задача – учить студентов. Трехмерное моделирование – уже обыденный процесс. Разработку делать медленно сейчас невыгодно, не конкурентоспособно. Построили 3D-модель, посчитали, оптимизировали, выпустили чертеж и в производство. Цифровой двойник, если проще, да, это виртуальная копия физического объекта. Мы его проектируем, проводим над ним исследования, показываем результаты заказчику, он выбирает оптимальный или рациональный там результат, да, и его запускает в работу. Количество виртуальных испытаний увеличиваем постоянно, уменьшаем количество живых испытаний. Это экономит деньги, это экономит материалы, это снижает травматизм во время испытаний. Мы можем выполнять различные операции, даже те, которые в реальных условиях сложно было бы реализовать. В мире давно используются биобанки, и вот мы одну из таких разработок сейчас пытаемся реализовать. На отечественном рынке, вот как правило, биобанки, насколько я знаю, не делают. Как бы стараемся тоже импортозамещать, как и все. Биобанк, по сути, это холодильник, внутри которого установлен робот. Часто биобанк имеет очень низкую температуру, а само помещение, в котором он установлен, оно имеет просто низкую температуру. Ну, работа в таких условиях очень некомфортна. Образцы, которые хранятся, они еще и опасны для здоровья. Использовать известные на рынке продукты нельзя. Для таких низких температур это только индивидуальное изготовление каких-то предприятий. Робот будет перемещаться в комнате при низкой температуре и при этом осуществлять вот как раз установку и перенос к самому биобанку пробирок. А в биобанке будет работать другой робот. Причем эти два робота будут отличаться. Один будет коллаборативный, то есть он может работать с людьми. Второй робот будет промышленный, который будет выполнять операции точно, до десятых частей миллиметра будет повторяемость сохраняться там из суток в сутки и так далее. Также мы разрабатываем тренажер для обучения водителей. Сейчас такие системы уже известны, их используют в НАСА для тренировки пилотов. Автомобиль, он создан для того, чтобы дарить нам счастье и положительные эмоции. Автомобиль и автомобильная деятельность не должна ни убивать людей, ни калечить людей. Когда мы с вами находимся на дороге, для нас самое главное, это первое, попасть быстро из пункта А в пункт Б, а второе, безопасно попасть. Основным результатом нашего проекта, который мы вот в рамках приоритета 2030 выполняли, являлась геоинформационная технология транспортного анализа территорий. Это такое приложение, которое работает в специальной среде, которое позволяет с вероятностью более 95% определять или устанавливать места возникновения дорожно-транспортных происшествий либо на улично-дорожной сети, либо на дорогах общего пользования. Зная эти места, уже те специалисты, те люди, которые занимаются организацией дорожного движения, они, так сказать, вооружены этим знанием и могут уже на этих участках предпринимать те или иные действия, которые, опять же, посоветует наша система. Любой даже практической задачи иногда может родиться невероятная инновация, невероятная научная идея. Это действительно вызов, вызов для наших ученых, в том числе и для молодых, поскольку есть возможность показать свои научные результаты. И то, что эти разработки стали востребованными, это позволяет каждому найти свое место, стать действительно лидером. Мы решаем практические задачи региона и получаем результаты мирового уровня.